вчера в половину девятого вечера на Решетникова 3, корпус 1, в 136-й квартире взорвалась ванная. Столь своеобразным образом свой 63-й день рождения отметил хозяин жилища Юрий Мальцев. Ну, мы с бабушкой сидели, смотрели телевизор. Слышим, что-то брякнуло, загрохотало, зашипело. И буквально за секунд 5 в комнате такая дымовая завеса, хоть топор вешай, ничего не видно. Хлопнувший в руках у именинника бочонок оказался армейской дымовой шашкой. Дед Юра говорит, что не ожидал ничего подобного, когда волок, заинтересовавший его предмет, с ближайшей помойки. А здесь штырь торчал, я как по ней стукнул, да? Я еле выскочил из ванны. А зачем вы ее домой принесли? Я думал, медь там. Понятно. Ну, тяжелая была. К счастью, все обошлось. Правда, именинник слегка опалил лицо, в ванной обгорели полотенца, да дымом заволокло всю квартиру и пол подъезда. Ах да, еще соседи напугались, но зато как бумкнуло. У него сегодня день рождения, видимо, он решил сделать себе хороший праздник.